Спасибо. Ну, в действительности все не так мрачно, конечно же. Хотя мне уже сейчас приходят записки: Юра, зря вы так себя расстраиваете. Вы еще нормально выглядите, у вас все впереди, и все уладится. Всегда как-то творчество артиста связывается с его личной жизнью. На самом деле все не так, конечно. И сейчас поем еще одну песню о времени. Она такая коротенькая песня, она относится у меня к циклу «Минутки». Вот есть у меня стихи «Минутки», такие песни «Минутки». Откуда берутся? Берешься за какую-то тему, думаешь, вот сейчас целую поэму напишешь, и вдруг выясняется, что уложился в два куплета. И чтобы не лить больше воды на эту мельницу, вот получаются такие коротенькие песенки. Времечко быстро летит, нам 40 лет без пяти. Болят наши раны и тянет к дивану живот, что успел отрасти. Времечко быстро летит, нам 40 лет без пяти. Болят наши раны, и все-таки рано, пока нас на свалку унести.